всі друзі і знайомі, але представити нашого сьогоднішнього головного героя, трохи про нього розповісти. На сьогоднішній день Глеб навчається в 6 класі гімназії школи мистецтв міста Кропивницький, так? Так. Фотографує він з 2013 року. Саме в цьому році була подія перша його года виставка, вона називалася «Вилкове», вона була із серії «Відкриваючи Україну» і, до речі, була відзначена міською радою цього міста Вилкове за те, що популяризував наш юний фотомитець це місце як туристичний центр. Після того в його вже творчому доробку дуже багато, вже у нас 10-та, ну це взагалі 10-та, у нас 8-та, ми вже і не порахували, яка в стінах бібліотеки фотовиставка. Глеб росте, розширюється і ореол, чи географія його робіт. І ми знаємо, що не випадково сьогоднішня виставка отримала назву «Безвіз». В нашій державі сталася така подія, і ми отримали безвізовий режим. І ми знаємо, що в цьому році Глеб вперше перетнув кордони України з власним паспортом, так? Так. І ось враження, я так розумію, від цієї мандрівки. І вилились роботи нашого героя сьогоднішнього, юного фотохудожника. Ми знаємо, що Глеб подорожував Грецією, Італією, так? І Чорногорія була. Дуже добре. Експозиція налічує 31 роботу. Ну, я думаю, що Глеб, ми знаємо, що він дуже гарно спілкується з людьми. І він може представити свої роботи сам. Я думаю, що це буде зручніше і цікавіше для вас. На той час було 6 років. І ми вперше поїхали в Вилкове. Тоді в мене був невеличкий фотоапарат Sony. Якими були твої перші фотографії? Це були квіти. Перша фотографія була квіти. На сьогоднішній виставці що тут за світлини? Звідки? Це Італія, Чорногорія та Греція. Скільки всього робити? 32 роботи. В які моменти ти намагався вловити? Все було спонтанно. Тобто ти просто прогулювався і фотографував? Так. Яка фотографія з цих всіх слідів тобі найбільше подобається? Тяжело сказати, не всі як би подобаються. Ну, виділити ніяку не можна. У тебе є вже плани на подальше, там, щоб ти ще хотів сфотографувати? Пока что есть проекты, но я пока не буду их говорить. А какая это персональная выставка твоя по счету? Около 11 или 12. Я уже сбился со счета. Практически 2 года все говорили без визы, и это решение Европа не принимала. И когда практически было решение принято, конечно, это нас обрадовало. И сама идея была еще до того. Я говорю, Глеб, когда вот разрешат нам ездить, у тебя будет свой паспорт, и ты свободно будешь пересекать границу, обязательно поедем в какую-то страну, ты сделаешь выставку. Поэтому мы готовились к такой выставке. А вот она родилась как бы спонтанно, вот, что такая вот выставка нужна была, что мы показали, что открытость границ, открытость людей, вот, люди доступны в настоящее время для нас. Мы смотрим, что это даже люди, которые, наверное, многие из них заряжены положительной энергией, вот я имею в виду тогда, когда посещаешь за границей эти страны. Это очень здорово, очень много туристов. Ну и я говорил о том, что Глеб очень свободно входит в контакт с людьми, взрослыми. Вот он любит фотографироваться, он любит фотографировать их, и он очень доступен. Поэтому это очень, наверное, вот это очень важно, что мы как раз и имеем возможность, что ребенок быстро находит общий язык, с кем-то общий язык находит. Значит, практически где-то 99% мы не подсказываем, потому что он очень обидчивый. Если ему сказать, что вот ты сделай так, он не будет делать. То есть у него такой свой, есть свое «я», и он не любит, когда ему кто-то навязывает свои идеи. Поэтому практически все фотографии сделаны, может быть, мама что-то подсказывала, папа не подсказывает, потому что он обижается на меня. Но мы сбились немножко, потому что несколько выставок было не организованы как бы официально, они проходили в других местах, поэтому мы сегодня считаем, что 10-я выставка у него сегодня, а вообще-то их 12 было уже. Да, в этом году мы запланировали еще одну выставку, я могу открыть, так сказать, тайну такую. Мы хотим сделать выставку, которую о животных сделать выставку, потому что мы видим, что действительно эта тема сегодня нужна в социальном нашем кругу. И мы считаем, что такая тема нужна для детей.
И есть необходимость такая, мы с Глебом проговорили, мы сделаем очень много, уже начал делать очень много таких вот зарисовок, фотозарисовок, и хотим сделать выставку, открыть выставку, попытаемся открыть ее в нашем школе искусств, а затем, чтобы она проехала по всем школам, чтобы все школы была посетили в других школах. Я думаю, что это будет очень важная тема, потому что она сегодня на слуху, и мы видим, какое отношение к животным в нашем обществе. Поэтому мы должны переломить эту ситуацию, и поэтому такая идея возникла. Пока нет, пока мы не знаем итогов, но 4 работы его приняты на этот международный конкурс. Мало того, мы отправили на погляд, который будет у нас в этом году в декабре месяце в галерее Светград проходить. Думаю, что какие-то работы попадут его тоже там, потому что они эмоциональные, и самое главное, что это не постановочные работы. И, как правило, жюри чувствует вот эти вот моменты, когда пусть там нет качества, достаточного качества, которое требуется для тех или иных фотографий, но там присутствует самое главное эмоции, и присутствует самое главное это то, что это открытость и доступность тех фотографий, которые Глеб делает.